В молодом возрасте часто возникают ситуации, о которых страшно кому-нибудь рассказать. Это может быть травля в школе, насилие, инфекции, передающиеся половым путем, или ранняя беременность. В этих и других трудных ситуациях всегда можно обратиться в молодежный центр здоровья «Келещек», где помогут разобраться в ситуации. Если они подверглись, допустим, буллингу в школе, это тоже мы можем вам помочь. Если вас заставляют курить. Если вы уже курите, тоже можете обратиться к нашим специалистам, к нашим психологам. За 2022 год наш кабинет посетили 3355 человек. Из них обратились к гинекологу 121 человек, к урологу 10 человек отправили мальчиков. Остальные в основном были на консультациях у психологов и у врача общей практики. Сотрудниками молодежного центра «Келещек» проводятся мероприятия, направленные на профилактику актуальных проблем, с которыми по незнанию могут столкнуться молодые люди. К участию мероприятий привлекается молодежь, не только обслуживающаяся во второй поликлинике, но и других микрорайонов. Центр тесно работает с Центром развития молодежных инициатив, инспектором по защите прав женщин. Помимо школ города, нами охвачены школы сельские. Это школы поселка Солнечный, Саргамыс, Бескауга, Коенде. Школьники уже знают, что такое молодежный центр. Они к нам обращаются к нашим психологам. Была акция на День молодежи в парке «Шахтер» с раздачей контрацептивов. Психолог Гульбаршин Кускенова рассказывает, что проведение выездных мероприятий дает свои плоды. После них молодые люди самостоятельно и осознанно обращаются в центр. Персонал центра «Келещек» соблюдает конфиденциальность. То есть все, что слышат специалисты, никуда нигде не распространяется. Процедура обращения в центр предельно проста. Кабинет 325 во втором корпусе второй поликлиники работает ежедневно, кроме выходных, с 8 до 16 часов.